Привет! Я сегодня в мастерской. Я купила очень клевую раму со стеклом. Вот такую вот желтую. По-моему, нереально красиво. Я подумала, что может быть лимоны. Как думаете? Давайте попробуем. Tell me, can you think of one thing that's better than the love that we have? I would love you twice if I could do. No, there's nothing better than you. Everything you do is in slow-mo. You make me feel so good on the low-low. Every time you talk, I don't know, no. Cause oh, I hear your trumpets and they go. Playing too long on my mind, yeah. It's something I hear when you're not by my side, don't lie. It's something that's playing too long on my mind, yeah. Cause all I do is a forehead over yours for you. No, there's nothing that I'd rather do. Cause everything you do is in slow-mo. You make me feel so good on a low-low. Every time you talk, I don't know, no. Cause all I hear are trumpets and they go. Возникла новая проблема. Я испортила рамку окончательно. Сначала у меня на нее попал клей. Я поняла, что клей-момент разъедает вот эту вот поверхность. Не знаю, чем это она покрыта. В общем, он вмиг разъел, и осталась дырка. После этого решила заклеить бумажным скотчем. Сейчас бумажный скотч сняла, и что я получила? Вот такие вот. Блин, если бы они оставались вот так вот маленькими точечками по всей поверхности, смотрелось бы даже прикольно на таком как бетонном фоне. Но, блин, я резко дернула, и вот, добрый вечер, как бы. Cause all I do is a forehead over.